и удивительное видео от нашего телезрителя. Школьница Ира из Кемеровской области сняла на любительскую камеру подруг и, как она утверждает, настоящее привидение. Вечеринка в одной из школ города Мыски была в самом разгаре, когда на сцене вдруг появилась вот эта девушка. За несколько секунд привидение уменьшилось и исчезло. Ничего подобного в сценарии праздника предусмотрено не было. И юные участницы бросились в рассыпную. В школе до сих пор гадают, что это было.